Так, просили кулису. Ветер там просил кулису показать. Вот сейчас покажу. Получится у меня или нет? Так, вот залез я отсек кулиса. О, тут у меня хухры-мухры. Все тут, вот еще одну подушку, еще одна, и там 4 подушки. Вот выжимной цилиндр. Где он? А, вот он. А почему? Что-то мешает. Вот. О, останется педаля. Так, вот она, кулиса хитрая. Это стойка главная. Получится у меня тут что? Сейчас сиденье. Так, вот включаем скорость. Опа, опа. Это у нас третья нейтралка, четвертая. Так, это вот нажимаю. Первая, вторая, нажимаю, задняя, все, надо мов цепление уже, вторая, все работает, вот принцип ее, вот. Качалка. Качалка. Сейчас сиденье уберу. Так. Лохмотки. Вот такая вот. Здесь у нас кардан от рулевой стоит. Так. Вот здесь у нас резиновая трубка. В ней резиновая это. Резина, короче. От чего-то готовую ношу. Какой тяй. Вот, и шайбы по бокам. Там болт приваренный к пластине. С другой стороны другой болт приваренный. И затягивается крестовиной. Вот. Это у нас качалка. Это у нас тяга. Вот. Идет она вверх. Вот. Нашел я такие вот штуки. Подходящие. Не нашел. Они тоже регулируют с резьбой. Этот вертолет. От заднего винта там. Тяги. Разобрал. Вот. И здесь. Здесь я. Что я сделал? Вот. Скобы нагнул. Одна, вторая. Тут приварил. Хвостовички такие вот. И болты везде на 8. Вот. И ручка. Ручка. Вот. И нажал. Нажал. Вот. Влево-вправо. Или вперед-назад. Так, все. Понятно, да? Сейчас я попробую залезть назад. Видно будет. Кулису. Где она там? Пряталась. Вот она. Вот. Чуть замедленная съемка. Вот первая. О, оп. Вот задняя. Все. Аж мотор двигается еще не прикрученный. Так. Все тут темновато. Так. Вот. Сейчас еще покажу кое-что там. Под низ идет вот такой рулевую тягу разрезал и штырь воткнул. Прут.
прут воткнул. И он между поддоном и коробкой проходит. И нигде не задевает. Вот, вправо-влево. Чё-то камера с запозданием работает. Так, ну все. Секретов больше тут нет никаких. Вот так. Снимем. Здесь такая штука. Вот. И туда идет тяга. Вон. Видите? Между коробкой и поддоном. И пошло вверх. Вот. А это уже как вам понравится. Не понравится, не знаю. Мне нравится. Я очень довольный и рад. Включение отлично. Вот она. Вниз, вверх. Вот. Карданчик свое дело делает. Вот и все работает. Все со всех сторон показал. Сцепление. Такие дела у меня тут. Медленно, но уверенно. Вот, приезжал ко мне в гости Александр по поводу бортповорота. Вот. Изменений в конструкцию он мне посоветовал и будет делать. Такой выжим, такого нет нигде. Придумал он. Так. Так что все идет по плану. Все у меня тут по плану. Медленно, медленно. Сегодня я ничего не сделал. Так. Так. Вот. Так, так, так. Сколько я там набалаболил? 8 минут. Все. Просили, рассказал. Показал. Ничего тут сложного нет. Сделайте, кто задумает. Не пожалеете. Приятно. Денек помучился. Зато... А этот... Хопа. Вот. Первая, вторая, вот задняя, прямо третья, четвертая. Так, вот обзор про кулису. Расстояние здесь спичный коробок,
Ну, это кому как, на какую технику. Вот. Чем выше, тем ход ручки меньше. Но тогда там не получится. Надо гнуть вал. Вот этот гнуть. Гнуть можно согнуть вниз. Пруток. И можно сюда вот приварить эту штуковину. Сюда. И тогда ход рычага будет поменьше. Маленький ход. Вот. Ну, меня пока так устраивает. Я тут еще не приварил, прихватил. Потому что не знал, что как. Делал, делал. Наконец сделал. Все, спасибо, всем здоровья.